В египетском Луксоре археологи открыли недавно найденный саркофаг. В нем находится хорошо сохранившаяся мумия египтянки. Она жила во времена 18-й династии фараонов примерно 3500 лет назад. Исследователи также обнаружили еще одну гробницу. Мы нашли боковую камеру, запечатанную глинобитными кирпичами. Мы открыли проход и обнаружили два почти неповрежденных деревянных саркофага. Они в отличном состоянии, даже роспись сохранилась. Мумии внутри тоже в идеальном состоянии. По мнению археологов, возраст самой гробницы примерно 4000 лет. Вероятно, ее использовали повторно. Найденные саркофаги сделаны при 25-й или при 26-й династии фараонов, которые существовали примерно 2800-2500 лет назад. В одном саркофаге находится мумия служителя храма Амона. В гробнице также обнаружили 5 погребальных масок и 1000 статуэток Ушепти. Эти ритуальные фигурки хоронили вместе с человеком, чтобы в загробном мире они работали вместо своего хозяина. На стенах и потолке гробницы сохранились росписи с изображением древнеегипетских фараонов. В Луксоре находится множество исторических архитектурных памятников, включая Луксорский храм и аллею сфинксов. На другом берегу Нила есть некрополи с гробницами фараонов и знатных египтян.